Приветствовать вас на своем канале. Недавно поступил ко мне вопрос, можно ли из кофточки, которую мы вязали ранее, связать просто прямую кофточку без юбочки. Отвечаю на ваш вопрос, конечно же можно. Смотрите, я связала абсолютно такую же кофточку, как мы вязали с вами, то есть кокеточку вывязала вместе с регланными линиями. И далее, смотрите, мы вязали розовую кофточку от нашей проймы вниз, буквально тут сантиметра 2-3 у меня, и затем делали как бы вот такую как оборочку, скажем так, нашей кокетки, состоящую всего лишь из нескольких рядочков платочной вязки. Вы вместо того, чтобы вязать здесь 3 сантиметра, вяжете общую высоту кофточки на нужную вам длину. То есть вот я показываю вам на другой кофточке. От проймы вяжете на нужную длину и заканчиваете точно так же несколькими рядочками платочной вязки, чтобы получилось у вас 4 изнаночных вот здесь ряда. То есть как мы вязали на розовой кофточке. Здесь мы вязали, чтобы закончить розовый цвет. А просто можете вязать далее на нужную высоту. Точно так же добавляете количество пуговичек, если не хотите, чтобы она была такая пальтишкообразная. Вот, нужное количество раз вам, сколько у вас нужно и вмещается на всю высоту кофточки. То есть, вот, смотрите, я связала аналогичную кофточку. Единственное, что я немножечко ее уменьшила в размере, так как мне нужно было на окружность груди 50 связать. Вот, и все, посмотрите, абсолютно точно так же. Абсолютно такие же регланные линии, такие же рукавчики. Вот. Единственное, что не вывязываете вот эту юбочку, а вместо нее вяжете вот здесь, скажем, промежуток, этот высоту, нужную до полностью размера кофточки. Также продолжаете делать петельки для пуговичек через такое же расстояние, как и делали. Вот, то есть дальше. Еще, возможно, у вас поместится одна пуговичка на высоту, возможно, две. Тут вы уже смотрите и ориентируетесь сами. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Кому, конечно же, понравилось, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!